Итак, всем привет. Продолжаем проходить Cuphead. Много умирать, материться. Но все равно испытывать микрооргазмы во время завершения того или иного босса. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад новым гостям канала. Всем приятного просмотра. Погнали. Bane Squad, привет. Спасибо за лайкос. Топ стримец. Ну, попробуем. Попробуем быть топ стримцом. Так, мы закончили в прошлый раз на клоуне. Это падла, но я примерно выучил, и хотя бы, по крайней мере, самое начало его атаки. Не факт, конечно, что я сейчас это дело вспомню, но придется. Погнали. Так. Второй раз попал. Третий раз, да ни хрена себе. Прямо везет, что ли? Дальше. Ах. Угу. Сложная вот эта фаза, конечно. Прямо все летит, надо от всего успевать отстреливаться. Ах, ёбаные уточки. Ну что ж ты, блядь? Что ж ты, старичок?
Нет, заново. Блин, высоко. Надо выше, выше прыгать. Да что, нет. Продолжить, нахуй мне продолжить. Херово, но будем учиться хотя бы вот эту фазу проходить. Низко, низко прыг. Опять низко прыгать. Сраные уточки. А, не ту сторону парировал. Блять. Сложная хуйня. Ах, не успел. Низко, слишком низко опять. Блять. Жесть какая. Ага, шули-брули, нахуй. Блять, не в одно, так в другое врезаешься. Опять движение проебало. Так, как вариант, в принципе, можно... Короче, не... попробовать не мочить его на... пока поезд этот едет. Тупо на поезде отстреливаться от этих ублюдков. Шарик. Сука, задел. Второй раз задел. Ёбаный ты клоун. Окей. Так, вроде хорошо получилось. Ах, хуёво получилось. Опять. Я вот даже не представляю, до третьей фазы никогда не доходил. Там, наверное, тоже, да? Ну, короче, это все надо учить. Сука, задевают. Угу.
Так, вроде... Вроде получается что-то. Окей. Чуть дальше прошел. А тут я что-то вообще пока... Пока не придумал, что же делать. Блять, низко. Нет, не вариант. Допустим. Блин, ну можно наводящееся оружие поменять. Пиздец. Сука. Давай так. Шарики летят. Просто не успеваю их расстреливать. Это дело. И... Незначительно снижает силу атаки. Блин, да хрен знает. Давай так попробуем. Просто что-то я правда не успеваю и ворать от шаров и прыгать по поезду. Но вот эту херню по дефолту. Окей. Блять, не среагировал. Слушай, а так и вот так чуть удобнее мочить. Может прокатит? Блять. Ну, давай еще раз попробуем с этим оружием. Так. Достаточно высоко. Бля. Даже на первой фазе. Синглплей, привет. Да. Перед работой решил плать пару часиков. Блять, вот я все равно слишком низко падаю, прыгаю. Опять слишком низко. Опять низко. Твою мать. Не, нахер. Не надо даже на первой фазе уже ни одной жизни не проебать. Сука. Ай, блять. Еще под лампочку попал. Да твою мать, а. Ай, блядь, ебучий клоун. Что ж такое-то? Блять, ну нахуй они мне лампочку-то кинули. Сука. Да идите вы в пизду.
Бля, вроде только начал, а меня уже бомбит нахуй. Ублюдок. Так, ну с этим оружием я по идее... Ага. Чуть подольше его буду мочить, но хер знает, может получится. Блять. Вот эти лампочки, они, конечно, рандомно просто висят на них. Сука. А, на утку засмотрелся. Проебал. Пиздец. Я уже даже на парирование всякие вот розовые хуйни не рассчитываю, потому что ну это пиздец. А, твой... Блять. Сингл я прочитал. Ну, ты сам понимаешь, да, когда бомбить начинает, что это, что это за ощущение. Так, окей. Короче, даже, блять, на первой фазе нельзя сливать. Сука. Блять. Пока нормально прыгать не научусь, короче, хуй я его пройду. Вот типа того. Ясно. Ёбаный в рот. Давай вот так попробуем, короче. Сейчас поставим вместо дефолтного оружия. Мы поставим вот эту вот хуету. На второй фазе она, кажется, помогала больше. Бойко туплей, здорово, друг. Друг. Ай, блядь. Ну ладно, похуй. Ёбаный ты в рот. Спасибо за лайк. Ёбаный тебя по голове. Колдун, здорово. Так. Блять. Колдун, спасибо. Спасибо за поддержку. Блять, ну слишком рано. То слишком рано, нахуй, то слишком поздно. Да, игруха прикольная, но, блять, от нее бомбит. Пиздец. Иди нахуй. Блять. То одно, то другое. Да ебаный насос нахуй. Пиздос. Сука, хули в меня-то все летит, это автопиздил уже. Я просто, блядь, не успеваю за ним. Ебаные утки. Блять. Он
на тебя несется просто, блядь, со скоростью света, нахуй, и у тебя... Секунда, наверное, блядь, времени. Да, возможно, возможно, конечно, я и придрачусь. Но пока что-то все хуёво. Пиздец. Ну, в предыдущих двух стримах, короче, я, допустим, как бы, ну, немного полабаю, потом, как бы, привыкаешь в неё лобать там, я не знаю, скилл, что ли, просыпается. Потом вроде как нормально, но от этого тоже устаешь, как бы. То есть 2 часа агонии, блядь, и просто тебя выматывает это. Сраные утки, блядь. Тут просто разрабами все до миллиметра просчитано, чтобы ты нахуй... У тебя просто маленькая была кошечка для прыжка, чтобы ты, блядь, смотрел во все стороны одновременно. Колдун, ну, горит, горит, что поделать. Блять. Вот так вот надо. Самое заебатое это вот так именно. Перепрыгивать и чтобы в утку, блять, блять. Чтобы в утку эту ебучую попадать. Пока я не научусь это делать, на фазу даже можно не лезть. Хули тут с одной жизни тоже творить? Тут свой трэш творится. Ай, блядь, не ту сторону. Ёбаные шарики, блядь, теперь. А-а-а. Еле успел. Блять, может, сука, утку подстреливать. Блять, опять низко. Да, согласен. Разрабы молодцы, конечно. Груха улетная, как бы, и стилистика, все отлично. Но, блять, я бы им сотку, конечно, в башку заколотил, нахуй. Души вообще. Смотришь на одно, блядь, и въебываешься в другое. Слишком низко опять. Ай, блядь. Джокер, привет. Спасибо за лайк. Вот видишь, подыхаю. Подыхаю, блядь, и подыхаю на ровном месте просто. Опять для жизни уже въебал. Блять. Просто я уже въебываю даже на первой фазе. Это пиздос. Надо, наверное, жопой в тазик сесть с холодной водой, короче, и начинать проходить эту хуйню. Прямо что ледяная вода была, еще и с этим, нахуй. Со льдом. Сука. Так.
Так, ну таким макаром я хотя бы уток могу подстреливать. Тогда этот ублюдок меньше гораздо гасится дольше. Ёбаный урод, блядь. Сука. Да, в игре ты хотя бы возрождаешься, блядь. По идее, этот Cuphead у меня уже, блядь, столько раз умер, то что его просто уже не существует во вселенной. Так, вот теперь надо с поездом разъебаться. Ай, блядь. Так, зажимаю, стреляю в разные стороны. Кстати, если этому поезду парирование, блядь, въебать, что будет? У него нос горит. Поролоновый нос, блядь. Ай, блядь, слишком рано. Это паника начинается, когда он только летит на меня, и начинаешь просто, блядь, творить какую-то хуйню. Александр, я играю как рак, а не как бот. Потому что, блядь, руки крюки. Твою мать. Сука. Опять слишком низко, да ёбаный ты в рот. Наконец-то улетел. Блять, да ёбаный ты в рот. Да ёбаный ты в рот. Сука. Так. Ну допу... Блять. Пиздос. Да, блять. Короче, надо учиться просто перепрыгивать этого уёбка. Пока я просто хотя бы ни одной, ну, пока я хотя бы одну жизнь вливаю на первой фазе, на остальных фазах даже нихуя рассчитывать. Пиздос. Ну, допустим. Все равно я въебываю либо с одной жизни остаюсь на этой фазе, либо с двумя. Блять.
Многофункциональность и многозадачность мозга никто не отменял, конечно. Самое главное геймпадом, блять, в ящик не зашвырнуть, нахуй. У меня, конечно, никогда такого не было. Даже в детстве, когда в дендик лобал. Всегда бережно относился к вещам. Но главное держать себя в руках. Блять. Тут надо вовремя перепрыгивать. Надо, блять, за этим мудаком еще успевать, нахуй. Еще и в утку не въебаться. Да. В Дэнди, я помню, лобали, блядь, днями целыми, особенно по выходным, там, со школы всех. Блядь. Мы проходили, помню, Adventure Island, там, ну, то же самое, Марио, там, Наспор. Помню самую первую игру, которую я прошел на Денди, это был Кот Феликс. Я тогда на нее весь субботний день почти убил. Задрачивали, да, автоматизмы дендиские игры. А как их иначе еще пройти? Никак, нахуй. Тут надо делать то же самое. Блять, не в ту сторону. Я помню, мне сестра старшая приволокла еще где-то в 90, не знаю, 5-м или 6-м году Марио. Она принесла от какого-то друга Дэнди и с джойстиком, блять, и Марио. У меня тогда еще моя консоль была у меня дома только Pong консоль, то есть просто с крутилками такой джойстик, и ты крутишь, как бы у тебя палочка по экрану ездит и отбивает квадратный шарик. Ну как квадратный шарик, квадратик просто, пиксель. Я в нее почти не играл. Она приволокла мне Дэндис, там было несколько картриджей. И я тогда, помню, залип. Меня еле оторвали, короче. Потом уже свой дендак мамка мне купила. Блять. Блять. Просто на ровном месте. Да, смотреть чуть полегче. Потом Sega появилась, но Sega уже так себе было. Менее интересно. Не знаю, может просто на ней меньше времени. Пиздос. Да, сука.
Ну, хотя, в принципе, в Сегу я тоже довольно-таки продолжительное время рубился, и картриджи было до хрена. Всякие, помню, книжки, блядь, с прохождениями. Точнее, ну, там в основном коды были. И нелепые. Не все подходили. Да, описания были дерьмовые. Книжки на коленке делались такие. Потом появилась плойка первая. У кореша лобали. Своего PlayStation никогда не было. Потом на первый комп я сам себе заработал. Это примерно времена где-то Принца Персии. Принц Персия, вторая часть, примерно Devil May Cry 3. Вот как-то так. А, ты имеешь в виду, ну погоди, где волк яйца ловит, это электроника, да? А у меня, вот, прикинь, кстати, вот электроники не было, Тетрис был. У меня, по-моему... Нет, не по-моему, у меня точно было, не было электроники, у меня был Тетрис. Тетрис тоже было дело, подзалипал. Но я тогда совсем мало ему, у меня где-то лет 5, наверное, 6 было. Сейчас геймеров балуют сохранениями, простотой. Чем еще балуют? Блять. Чем у нас еще геймеров балуют? Ну да, вполне казуальщины тоже. А вот сюжетом, кстати, не балуют. Раньше игры, допустим, времена второй плойки, сейчас с удовольствием прохожу некоторые игры. Блять, этот сюжет отличный, как бы, знаешь, сейчас, так, сейчас таких сюжетов уже не делают. Раньше как-то игры вот с душой были. Сейчас открытый мир, онлайн. Подобного дрочева как бы очень много. Ну, я думаю, этот жанр тоже себя открытого мира когда-нибудь изживет. Будут что-нибудь другое придумывать. Как говорится, хочешь растянуть геймплей, въеби в игру в открытый мир, крафт и побочные задания одинаковые. Вот, пожалуйста, вместо 10 часов геймплея у тебя уже нарисуется, блять, часов 40-50. Отсюда больше реиграбельности какой-нибудь может появиться. И подобных хуйни. Сука. Вот второй раз я что-то вообще не попадаю на этот ебаный поезд. Сразу нет. Сразу все хуйня. Все хуйня, Миша, давай заново. Я не успеваю, блядь. Я не успеваю, блядь, прыгать на эту залупу.
книги развивают фантазию. Я тоже в свое время, как бы, наоборот, отказался от компьютерных игр и именно подсел на книги, ходил там в библиотеку, брал книги по философии, психологии и тому подобной хуйне. Плюс еще к тому же, кстати, развивается элементарное правописание, орфографии и пунктуации. Давай, давай попробуем поменять, короче. Ну вот так сделаем. Вот это дело убираем. Попробуем дефолтное оружие. Попробуем вот эту залупу. Я вот все равно буду всегда удивляться тем людям, которые, блять, без единого урона эту игру проходят. Это же пиздец. Ебучий клоун. Ты наркоман, что ли, сука, блять? Ну, я тоже в свое время художественных, типа Кинга, читал тоже много блядства. А вот фэнтези, вот я не это, не особо заходит. Опять низко. Снова низко, блядь. Пиздос. Есть канал такой Чапаев. Канал Чапаева. Он проходил капхэт без урона. Я не знаю, может быть, конечно, это была как бы склейка. Но смотрится это дело без урона. Как говорится, как бы ты охуенно не играл в какую-нибудь игру, корейский мальчик до тебя это сделал еще лет в 10. Такое будет всегда. Пиздос. Да, Джокер, сейчас игры просто тяп-ляп, тот же самый Days Gone, блядь, куча багов, лишь бы выпустить. Они еще даже переносят и все равно выпускают с багами. Блядь, эти баги, они уже просто выжигают глаза, потому что это, на это остопиздело уже смотреть, потому что, блядь, они охуели. И ценники, блядь, на игры ломят еще пиздос. Сначала багов поналепят, короче, потом, блядь, потом ценник заломят, потом еще перенесут нахуй ее раз пять, потом только выпустят, выпустят хуйню, как правило. Блядь, что ж такое-то? Я его уже 40 минут дрочу, охуеть. Сраный ебаный клоун, блядь. Охрана прыгнул.
тороплюсь, что-то, блядь, это жопа. Ставим сердце. С ним я хоть чуть-чуть подольше живу. Блять. Охуеть. Просто охуеть. Что-то я не могу либо сосредоточиться. Я просто попадаю всегда под него. Мне не получается, блять. Мне не получается нормально его прыгнуть. Шо его. Джокер, а не видишь, допустим, идет какая-нибудь презентация, они въебывают игру, анонс, типа ждите, покупайте наши консоли, обязательно будет игра, потом хуяк, мы не успеваем, давайте попозже, потом еще что-нибудь, потом еще какая-нибудь хуйня, потом что-то у них не срослось, карантины, хуины, да неважно какая, это куча непричин идут, лишь бы ты просто ждал, заинтересовали, ты ждешь. Выходит какая-нибудь игра, ты ее купил, поиграл, ты говоришь свое мнение, что это хуйня, им такие, ну окей, ты заплатил, чувак, сорян. Допустим, на последней презентации они анонсировали этот, как его, God of War, вторую часть, Рагнарёк. Там только картинку показали, все уже засали кипятком, как бы очень ждут, но нахули. Дай бог, чтобы она лет через 5 еще вышла. Хотя они сказали, что она выйдет в 21-м году. Но я сомневаюсь. Блядство. Ну, просто хотя бы попробую на этой фазе немножко подольше пожить. Блять. Ну почти же, да? Ну да. Почти же захуярил вторую фазу. Джокер, ну я посмотрел, да. Они просят, короче говоря, за консоль без привода 37, что-то 38 косарей. А, игры, естественно, пока не завезут. Нормальных, просто они будут поддерживать четвертую плойку. Короче, если есть четвертая плойка, тебе в течение еще года-двух вообще не обязательно покупать пятую, просто чтобы получше графон был, ее там его не будет просто. Ну, будет чуть побыстрее загружаться между уровнями и так далее. Вот. А они просто за это просят уже. Они еще ничего не сделали, а уже просят бабло.
Я ее буду покупать, когда конкретно выйдут игры, хотя бы с десяток. Потом уже я решу, потратить на нее свои кровные или нет. Плюс еще не факт, что у нее не будет детских болячек, типа перегрева, там еще что-то. Так что, пока больной части им дохуя. То, что можно поиграть на четвертый, почему бы и нет. Пока я точно года два торопиться с покупкой PS5 не буду. Не вижу смысла. Пускай они должны меня убедить в этом, чтобы я купил именно их консоль. Ну, Xbox я просто точно брать не буду. Это уже стопудово. PS5 я сомневаюсь пока. Посмотрим. Игровой канал 55, привет. Твою маковку, а. Блять, ну что такое-то, блядь? Постоянно ниже, вот ниже и ниже, блядь. Ну да, опять водку въебался. Что за дичь вообще? Пиздец. Джокер, цена будет 37. 37, короче, без привода и, по-моему, 45, что ли? По-моему, 45 с чем-то, короче. Ну, почти 46 будет с приводом. Вот и все. Как бы 8 тысяч за привод отдать. Если хочешь дисками пользоваться, меняться с кем-нибудь еще. Еще цены на игры будут... По фулл прайсу цены на игры будут 5500 стоить. То есть сейчас 4500, по фулл прайсу будет 5,5. Пока игр нормальных, короче, точно не завезут. Единственное, что можно ждать, это вот Киберпанк. В ближайшее время вроде пока больше ничего полезно. Суки. Ну, допустим. Че этого пидора на шаке ушатать бы, было бы здорово. Да ладно, нахуй. Я целую фазу прошел. Чудеса, да и только. Ну, сейчас это будет... Я вот это здесь... До сюда вообще не доходил, я хуй знаю, что происходит. Сейчас будем прыгать. Да по платформам, твою мать! Нихуя. Что-то поезда-то очень быстро побежали, блядь. Сука. Короче, вот так надо, походу, заранее стрелять. Перед прыжком. Понятно.
Не успел. Слишком низко. Да, тут еще надо выдрачивать просто вот эти вот тайминги с боссами, каждую атаку. Это пиздос. Просто учить каждую фазу. Как на Денди это было, каждый уровень выдрачивали до автоматизма, тут то же самое. Если ты не выдрачил покойника, хуй ты пройдешь. Сука, еще не в ту сторону. Тут от везения как бы ничего не зависит, чисто скилл. Я помню, что некоторые Денди, на Денди игры, они были, некоторые зависели на везение, то есть там рандомно случались некоторые события. Тут же чисто скилл. Поэтому каждую фазу надо дрочить, дрочить и еще раз дрочить. Спустя 57 минут я начал, походу, доходить до этой фазы с горем пополам. И, блядь, с одной жизнью. Нихуя его резко заебашил. Ну окей. Сейчас, я так понимаю, надо на платформы, да, становиться? Платформу проебываешь, да, сразу покойник. Понятно. Джокер, если у тебя есть комп, ты что мешает установить себе эмулятор первой PlayStation? Если комп тянет, то и второй. Вполне. Я вот, допустим, игры от PS1 играю на работе в свободное время, естественно, на планшете. Подключаю геймпад, который на андроиде тянет. Ну, от андроида, короче, геймпад. Вот, и лобаю игры PS1. Вторую плойку я себе взял, как бы, с дисками попарился, поболванил их и так далее, короче, но потом взял себе третью, и просто там есть эмулятор PS2, и так немножко проще, с болванками не надо париться и все такое, как бы, поэтому игры PS2, как бы, прохожу на PS3 через эмулятор тоже. Ну, как бы, там есть, там очень огромная библиотека, PS2 это самая продаваемая консоль в мире считается, плюс еще там поддерживалась, по-моему, 12 или 15 лет. Ты представляешь, да, какая там здоровенная библиотека, как бы, и там, естественно, есть во что поиграть. Допустим, те же самые серии Silent Hill, Fatal Frame, да, куча игр. Там, ну, Final Fantasy, ну, кому, естественно, что нравится, как бы. Поиграть там действительно есть во что. Блять, попал. На, мудила ебучая. Сука, рано. Ёбаный брат. С
скажем так, в наше время интернета можно поиграть в любую консоль любого поколения через эмуляторы, настроить под себя управление, скачать любую игру и вообще не дуть с этим пол. Доступность. Такой доступности можно было только в моем возрасте, в детстве позавидовать, как бы. Сейчас ребятам помладше могут поиграть просто во все что угодно. Они играют в мобильные игры. Это плохо. Не считая мобильный гейминг, в принципе, за что-то стоящее. Убийство времени, знаешь, там, допустим, в очереди сидишь, ну ты какой-нибудь там комп, консоль не распакуешь там. Но убийцы времени, они на то и убийцы времени. Джокер, возьми, я вот себе недавно специально как бы, ну то есть я жду запчасти для компа, жду пока протестят сраные продавцы, нерабочую мою материнку, которую они мне пытались подсунуть, протестят ее и вернут мне за это деньги, я закажу новую. По этому поводу, как бы, когда ком соберу, короче, я для этого по этому поводу купил джойстик от Xbox One, как бы. Советую тоже приобрести. Удобный геймпадик. Гейм-овер, привет. Спасибо за лайк. Спасибо за поддержку. В этой горящей пуканной игре он очень пригодится. Потому что я уже этого босса ебучего херачу, блядь, час. И прохрал только максимум до третьей фазы. Сука, не вовремя. А я вот решил постараться. Да ёбаный тебя по голове, сука, сраные шарики, блядь. Как они остопиздили уже. Пиздос. Ай, не, блядь, не получается утку подстрелить. Заебись. Нихуя себе. Я прям вторую фазу жизни не потерял ни одной. Ебануться, тапки гнуться. Так, вот здесь надо, стоишь просто на одном месте, зажимаешь, чтобы он никуда не бегал, и мочишь этого гондона. Ёбаный, бро. Ну ладно. Да, игруха красивая. Прикольная рисовка, мультики 30-х, 40-х, тут даже дятел Вуди присутствует. В одном из уровней. Правда, кстати, я вчера загуглил. Дятла Вуди придумали в 40-х. Ой, блядь, ребята. Хотел спросить, пока я ревину здесь и только... Слушай, ну, у меня стоит 10-я винда в данный момент, геймпад от плойки я тоже могу подключить, но он не все игры хавает. Можно, конечно, сторонние программы запустить, типа X-Padder и так далее,
тогда он схавает, как бы. Можно, ну, просто там любую клавишу нажимаешь и назначаешь, как хочешь. Вот. Короче, геймпады от плойки не все хавает, как бы. Также, ну, поэтому удобнее будет, если просто от Xbox джойстик возьмешь и вообще париться не будешь. Ёбаный в рот. Ну, в принципе, хули наш наелся, я сзади не устал. Надо вот так поебашить. Улетел нахуй, ублюдок. Блять, ну что ж такое, че я въебываюсь в эти шарики-то? Игра яркая, она даже дети залипают в прохождение, смотря. Это удивительно. Опять одна жизнь осталась. Пиздос, чё. Въебал. Короче, когда... Фактически я не могу под этим мешаком подпрыгнуть. Получается, надо... Если так получится, то надо прыгать на поезд, иначе тебе пиздец. Нет, дети, наверное, вообще в нее не играют, они просто смотрят прохождение, как бы, и от впечатления и яркости происходящего они залипают. То, что слишком много объектов на экране, как бы, и они начинают втыкать. Хотя, в принципе, знаешь, может быть, корейский какой-нибудь ребенок уже, знаешь, на каком-нибудь этом, на каком-нибудь, на каком-нибудь, как эта херня-то называется, с кнопки, я уже забыл. То ли коврик игровой, то ли что-то такое с кнопками, там, ну, ногами можно играть, вот корейский пацан. Стопудово какой-нибудь эту хуйню, наверное, уже и на этих кнопках прошел. Луна, такое ощущение, как будто я пчелы покусали. Блять. По-моему, в какой-то детском мультике или книжке так чукотов рисовали еще, как здесь луна нарисована. Так, ускакал. Пиздос. Блять, ну там реально было не перепрыгнуть. Там эти гондоны сидят, а сверху шарик летит. Просто окна не было. Ну, вроде хотя бы получше, кажется, с первой фазы получается. Я хотя бы все здесь не проебывал. Пошли нахуй, утки. Уточный холокост.
пока вот не совсем понятно, как удобнее, блядь, на этом поезде находиться. Где-то ближе посередине или чуть дальше конца. А посередине чуть получше видно хотя бы, что тут в тебе летит. Так, заебись, три жизни. А чё он тут оказался? Ты чё ему делал, блядь? Ай, блядь! Ну да, в принципе, тут без вариантов. Охуеть. Заебись. Закрытыми глазами кубик Рубика. Ну, это, конечно, пиздос. Я тут недавно смотрел мировой чемпионат по собиранию кубика Рубика. Было прикольно. Там ребята собирали, блин, за 6 секунд, за 7 секунд. Это очень классно. Не каждый сдержит. Так, по идее... Короче, не проебывать, главное платформу. Охуеть. Блять, еще эти пидоры с шарами. Да вы серьезно? А недостаточно то, что я тут как сайгак по этим платформам скачу и внизу поезд едет? Я должен еще, блять, от всякой хуйни рядом погибать, да? Это пиздец. Это пиздец, товарищ. Блять. Илюха, спасибо. Спасибо за лайк. Поддержка в этом аду важна. Тут пиксельным адом, конечно, это не назвать. Блять, ну жопу тут дерут, конечно. Ёбаный ты в рот. Спасибо, неизвестный пользователь. Спасибо за подписку, поддержку, лайки. Это все отлично. Вот как так? То я его очень быстро валю, то я просто на нем проебываю. Что-то я не понимаю. Джокер, счастливо. Счастливо, забегай. Я тоже буду вас посещать. Ай, блядь. Ну, да, в принципе, на что я рассчитывал. Я совсем забыл то, что этот поезд несется, блядь, просто как сапсан, нахуй. Слишком рано прыгнул. Блядь, утка. Ебаная утка. Это пиздос. У меня пока нету на кольца, да, ну, вообще на любое оружие. У меня там две монеты, все. Это единственное, как вариант, попробовать run and gun какой-то еще запилить. С кольцами получше, да, получается? Я уже, блин, как ясен на все согласен, по-моему. Сука!
Сколько кольца, интересно, стоит вообще, в принципе, и как я могу на них заработать? Может быть, действительно поможет. Я уже час этого пидора дрочу. Карусель. Шаромет. Штурмовик. Колец нет. Нужно еще что-то купить из этого, чтобы эти кольца появились. Не вариант. Хуёво. Так что... Так что будем дрочить, чем есть. Тут без вариантов, походу. Так, улетел. Допустим. Блять, ну он меня просто загнал. Давай дохни быстрее. Нихуя. Да. Удивительно, но получилось. Блять. Пока смотрел на суперудар, въебал водку. Охуеть. Пока, по-моему, больше всех у меня клоун этот ебучей кровью попил. Блять, я, по-моему, с джином так меньше парился. Две жизни осталось. Пиздос. Давай, дохни. Блять, успел. Да, я купил игру. 1300 на плойке. Виктор, привет. Спасибо за поддержку. Сейчас эти мудаки шариками начнутся. Я вот хуй знает, как их гасить. Их можно вообще убивать-то? Видимо, нет. Я не знаю, как этот шаров что-то. Я пока еще не придумал, как уворачиваться. Блять. Дос.
You're up. Ну, радует хотя бы то, что я теперь на первой фазе не въебываю, блядь, всю жизнь. Маленький, но шанс есть. Самый сложный в первом мире, но я думаю, ну либо шарик, короче, почему-то я вот на нем, блять, очень сильно застрял, блять, и цветок, остальные как-то попроще проходились, по крайней мере мне так показалось. Мне цветком еще. Блять. Мне цветком еще пару подсказок давали. Как удобнее немножко. Так что, может быть, для меня он чуть-чуть посложнее был. Ну, я не знаю, короче. Пизду. Ой, блядь. Да ёбаный ты по голове нахуй. Я представляю, что там на третьей карте будет. Там, наверное, будет вообще пиздос. Просто, наверное, не будет шансов на выживание. Блять, отворачиваешься одного, въебываешься в другое. Шикарно, че. Сука. А, блять. Сразу нет. Блять, еще не туда долбанул, да твою мать, а. И не так прыгнул. Охуеть. Просто все не то. Все хуйня, Миша, давай заново. Да, сейчас они меня, блять, догонят. Ну, естественно. Две жизни осталось. Вот я хуй знает, где тут окно, блядь. Ёбаный шаг, нахуй. Блять.
Да ёбаный ты в рот, нахуй. Сраные эти шарики, блядь. Сейчас я просто чудом меня не задел. Ну, я сейчас здесь въебу. Не одно, нахуй, так другое. Ну, естественно. Да, мне игра нравится. Только от нее у меня горит, как бы. Игра очень клевая. У нее охуенная рисовка, у нее отличная музыка. Разрабы постарались. На славу. Блять. Только они сделали очень сложный. Наверное, потому что она короткая, поэтому. Да ёбаный ты в рот, нахуй. Это пиздец. Он просто въёбывает на ровном месте. Полтора часа я сижу с этим ёбаным клоуном, бро. Это пиздец. Блять. Да ёбаный в рот ты нахуй, а? Блять, все равно достали, а. Чекать надо, поезд едет. Больно же все. Да блять. Пока я без урона не научусь проходить первые две, на третью уже не попасть. Просто я там сразу же подыхаю. Но я заметил, да ёбаный ты сбродно, давай, давай, добивайте. Я заметил, что третью фазу можно очень быстро пройти, если правильно встать, то он как-то чик-чик-чик и быстро валится. Это тоже, ну, не знаю, везение. Да, блядь. А, секунду, сейчас я пойду водички на. Охлажу пукан свой, блядь. Не отключайте сейчас.
Оп, снова здесь. Продолжаем подыхать. Да, ёпты, давай заново. Я уже через пару часов на работу собираться. Ах. Заново. Чудом не попал под утку. Блять, зато под этого мудака попал. Да ебись ты в рот, нахуй, сраный клоун, блядь. Надеюсь, у меня клоунофобия не разовьется после этого мудака. Блять. Твою мать. Сложная залупа. Крафт Гейм, спасибо. Удача, удача тут, блядь, пригодится. Да ебись ты, колотись, нахуй. Опять засмотрелся, ну что ж такое-то? Ёбаные утки, блядь. Давай, блядь, неужели? На. Блядство. Ах, да сука, я ничего не туда парировал. Ну. Ёбаный ты урод. Опять не вовремя. Блядский клоун, может что-нибудь другое попробовать? Да? Что-то он меня остопизил за полтора часа. Ну, смотришь в одно, блядь, он летит в тебя тоже. По идее, проще-то, даже если сейчас что-нибудь, наверное, другое пробовать, какой-то уровень задрачивать, проще-то не будет. Там свой пиздец. Блять. Да ёбаный ты свет, блядь. Охуеть. Я не проскользнул. В очередной раз.
Ну, допустим. Давайте дальше. Давай. Бенси Джем. Ну, в данный момент я это не могу сделать, потому что я веду стрим, я играю. Хорошо, я помню. Я зайду. Я хуй знает, как этих шариков просто уворачиваться. Блять. Ну, я бы не сказал, что надоело. Горит, пукан, да. Но не надоело. Единственное, может быть, то, что устаешь подыхать, как бы, беспросветные тут, беспросветные смерти, как бы, регулярные. Это немножко напрягает. Но проходится вроде потихонечку. Но очень потихонечку в моем случае. Блять. Ну это пиздец. Я играю на планшете, на работе. И не очень часто. Мобильный гейминг мне не особо заходит. Потому что там игры либо пытаются поглотить все твое время, либо все твои деньги. Так, вторая фаза закончена. Ай, сука. Ага. Чудом вывернулся сейчас. Да ебись ты, брат. Бенси, я тебя услышал. Я как-нибудь зайду, посмотрю. Блять.
Так, допустим. Начинаем всасывать, короче. Да ёбаный ты в рот. Как так-то нахуй? Ха-ха, курва. Ебучий клоун. Блять. Так, по идее, если ему пару раз хорошенько ебануть суперударом, он вроде побыстрее улетает. Какая-то проблема с шариками, что-то я часто на них попадаться стал. Да, не только с шариками. Да, у меня есть ВК на канале, там ссылка на группу. Ссылка на сообщество, и там, если личка нужна, то там же в группе найдешь. Блять. Курва. Первый раз. Чё, домой вернулся? Блять. Охуеть. Слишком много шариков в меня летит одновременно. Ну конечно, блядь. По лодку не попал, но вроде успел увернуться. Блядь, теперь нет. Сука. Скворечник, ты имеешь в виду уровень Ранунган? Там, где дятел сверху вылезает. Ну и всякие там ебани, да, прыгающие. Этот уровень я прошел. Блять. По-моему, там еще какой-то здесь. Ну, этот уровень я прошел. На прошлом стриме. Блять, ну тоже, а.
Охуеть. Я не успел его убить, а мне ёбнул. Последняя жизнь. Да, да. Блядские утки, блядский клоун. Это где-то ёбнулся. Я то не допрыгиваю, то, блядь, утку врезаюсь. Пиздец. Опять одна жизнь. Ну и ее я въебываю как раз вот в этом моменте. И все. И пиздец. А сейчас вот я вообще не понял, как подох. Где-то что-то въебало. Окей. Да, она сложная. Это сложная игра. Так просто с кондачка и не пройдешь. Надо задрачивать. Я вот с начала стрима ебусь с этим боссом уже 1:50. Я пытаюсь его пройти. Блять. Ну тут не вариант, конечно. Хуйню какую-то делаю. Джоми, ты дашь? Ну я посмотрел, кто-то мне тут советовал было дело на стриме. Я посмотрел, мне не заходит. Это типа Super Meat Boy. Это мобильная игра. Я в такое... Ну знаешь, могу там где-нибудь сидя в очереди позалипать 10 минут. Но не так, чтобы на нее потратить там, не знаю, 2 недели, месяц, полгода. Как-то более нравятся сюжетные игры. Сука. О, вообще. Хотя чуть-чуть урона я вроде этим нанес ему. Так, он теперь здесь, да, появится? Окей. Вторая фаза. О, последняя, да, четвертая. 2 жизни у меня осталось. Вот на этой фазе я сколько раз доходил, я так и не понимаю, как от этих чуваков с шарами уворачиваться. Блять.
Они просто летят либо в тебя, либо шары кидают в тебя. Чудом сейчас вывернулся. Минус один. Минус два. Опять одна жизнь осталась. Так, вроде от этих чуваков можно заныкаться. Можно от них заныкаться, получается, где-то посередине между ними. Надо больше жизни, чтобы, блядь, нормально попробовать. Где от них прятаться можно. Бляха. Ну и сейчас здесь последний удар и все. И пиздец. Да? Не успел. Сейчас чудом вообще увернулся. Падла все равно догнала. Вот сука. Блять. Жизнь тут, жизнь там и пиздец. И не дохожу я нормально. Так, вот здесь, да? Угу. Давай сюда спускайся. Что это за ублюдок-то такой, а? И все, и проебал. Кстати, вообще херни его не снес. Ну, это фан.
чуть не попался. Давай, раз и два. Ах, курва, блядь. Все равно, перед тем, как подохнуть, успел долбануть меня. Ладно. Блять, ебучие шарики. И тут я сейчас, блять, въебу. Вот как мне тут? Ну, естественно, они в небо попадут. Блять. Нахуй. Блять. Урод ебучий. Сейчас я на шар напоролся, я что-то даже не заметил, как я, блядь, въебал. Ну, естественно, блядь, я влечу на шар. Ёбаный ты в рот, а? Два часа ровно я с этим клоуном уже ебусь. Гнида, блядь. Тут иногда настолько маленькие появляются окна для прыжка, что просто ёбнулся. Блять. Hello. Надо уёбывать, да, отсюда? Сейчас поезд пойдет. Блять. Блять, все равно попало. Твою мать. Красный это капхед. Синий это магмен.
Но в нашей локализации их, по-моему, перевели как кружка чел и чашка глав, по-моему, на плойке. Чудо, он вообще сейчас проскользнул между двух подков. Ну да. Слишком низко. Чем он, блядь, успевает не всегда урон нанести на первой фазе, а? Что за хуйня? Блядь. Не знаю, Cuphead как-то мне больше нравится, чем Magman. Слишком низко Это типа у меня есть шанс попасть на последнюю фазу с тремя жизнями? Охуеть. Тут же въебал все, что есть. Привет, Парс. Да, он, видишь, второй час с этим клоуном трахается. Спасибо, Тём, за лайк. Еще какой лол. Однозначный лол. Давай, раз, два. Как она? Решил перед работой постримить, да я думаю, пройду пару, может быть, боссов в Cuphead, сука, блять. Вот, решил перед сменой постримить. Я уже второй час ебусь с этим клоуном. Я что-то, блядь, застрял на нем и полный пиздец. Он какой-то дикий, блядь. Он ебашит тебя с разных углов, нахуй. Подыхает тут как курва. Да, суки, суки, блядь. Пиздец. На первой фазе уже, блядь, три жизни просрал.
Максу Дарку хороших шашлыков. Джедаев начать. Ну, я их прошел, как бы, но я их проходил на легкой вообще сложности. Так, пробежать, посмотреть, что за игруха. В принципе, прикольно. Чем-то, знаешь, она мне Метроидванию напомнила. Ну, знаешь, да, такой жанр игр, Метроидвания. Да ебись ты, самый клоун, блядь. Пиздос. Фак. Да, блять. Я понимаю, что надо... Мне 32. Я понимаю, что надо, блядь, получше зажимать прыжок, но у меня не всегда это получается. Да ёбаный ты клоун, блядь. Сукин сын. Охуеть. Слишком низко прыгаю. Я понимаю, что я слишком низко прыгаю. Но, блядь, ничего пока с этим поделать не могу. Да, контра на Денди. Это очень похоже. Особенно уровни Run and Gun. Собственно, ну, это и жанр контры Run and Gun. Только босс файтит. Тут, конечно, блядь. Ебучий клоун, блядь. Как он наступил. Тут иногда просто для прыжков, парирования и так далее настолько маленькое пространство, что просто, блядь, охуеваешь. У тебя есть доли секунды и минимум пространства. Goodbye. Блять, начинается пиздарец этот. Сука. Раз, два, три. Я не знаю, но явно, наверное, не скоро. Надо сначала вообще с компом разобраться. Вчера заходил в магаз, сказали, тестировать мы вашу материнку будем от 14 до 21 дня. И пиздец. То есть, блядь, столько бабок заплатил просто, чтобы еще месяц подождать. Я себе собрал новый комп за 80-ку, короче. Все запчасти притащил домой, скрутил, вся хуйня, питания нету. Че делать? Давай проверять, нахуй. Со старым компом подсоединял по очереди детали. Оказалось, материнка не пашет. Подсунули нерабочую. В этот же день притаскиваю обратно в магаз. Они говорят, ну окей, мы отправляем на тестировку. Мы вам позвоним. Вот прошло сколько? 9 числа я все это дело собрал.
Вчера я к нему приходил, они говорят, ну, еще вы слишком мало ждете. Говорю, такая, что вы ничего не сообщаете, и я уже начинаю нервничать по этому поводу. Ну, говорит, ждите 14 до 20 дней. И все, и сосите хуй. Ком соберу, я с компа буду стримить почаще. С плойки, наверное, порежу. Да ебаный ты в рот. Да не то слово, обидно. Столько, блядь, бабок вбухать просто, чтобы ждать. Ладно бы, если ты знаешь, там была бы какая-нибудь это оперативка там или еще что-нибудь. Мне предлагали с Алиэкспресса собрать, что-то не решился. Там было, могло бы быть еще больше проблем с почтой и пересылами и всякой хуйни. Магазы не предъявишь, потому что у них положняк такой, типа, то, что определенная тестировка деталей занимает определенное время. Вот у них, короче, максимум в течение 20... У них, короче, максимум для разрешения ситуации 21 день. Вот если бы прошло 22 дня, тогда я мог бы уже им предъявлять. Так, писать жалобы, какую-то компенсацию требовать. А так, пока нихуя. Сука. Пиздец, две жизни тут же въебал. Сходу нахуй. А чё я им, в принципе, по закону могу предъявить? Спасибо, спасибо, Артём. Я скоро тоже буду закругляться, тоже самому сегодня в ночь. Удачной работы. Много не работай. Блять, засмотрелся на эту хуйню. Все равно достала. Твою мать. Нихуя не получается, а? Пиздец.
Да, знаю, брал Старс. У меня дочка тут недавно его установила. Причем на мой планшет. Сначала на моем попробовал, потом на свой поставил. Блять, ну пиздец, а. Охуеть. Блять, ну не одно так заденет, так другое. Сука. Блять. Вроде уворачивался нормально. Нет, я въебал, блядь, водку. Здорово, Антох. Я тут второй час уже с клоуном ебусь. Он как ёбнутый. Блять, опять одна жизнь осталась, да сука. Чё, когда он подо мной-то появится? Сучий поезд опять едет. Ёбаный ты в рот, нахуй. Чё рассказать тебе? Как я тут въёбываю клоуна. Я уже, наверное, раз 150, блядь, на нем проебал. Чё-то он дикий какой-то. Пока это, блядь, наверное, самый сложный босс для меня. Пиздец, опять одна жизнь осталась. Да ёб твою медь, нахуй. Охуеть. Ну и как я должен был среагировать? Просто за секунду или тупо там не стоять? Да что делать-то, если тут поезд ебучий едет? Блять. А ты чё, Антоха, выходной? Ну да, если мне на работу, получается, это выходной. Блять, сейчас чуть не попал. Ай, блять, не туда парирую, да твою мать.
Блять, ебучие шарики, нахуй. Сейчас я подойду. Снова здесь. Нихера там дождь сыпанул. Прямо непогода. Блять. Чтобы хотя бы на первой фазе не слить ни одной жизни, нужно уворачиваться, как Иисус нахуй. А ты неизвестный пользователь с какого города? Ну ладно, не говори. Блять. Пиздец. Сейчас просто чудо повернулся, конечно. Здесь, конечно, в этот шарик надо, блять, урона влить. Но с этим ушаком тоже шансов все меньше.
Блядство. Блядь, ну хотел же вернуться, ну что за хуйня, а? Сегодня просто, блядь, походу не капхедовский день. Блядь. Походу я уже устал. Скоро будем закругляться. Охуеть. Я уже просто устал проигрывать, наверное. Ничего, в следующий раз по-любому пройдем. Когда-то же должно это произойти, правильно? Сука, вот я просто приземляюсь всегда на него. Блять, ну слишком низко я прыгаю. Блять, ну что ж такое-то нахуй, а? Я уже просто вливаю нахуй все, что есть, блять, уже на первой фазе даже. Блядство. Слишком низко опять. Охереть. Летят неспроста со всех сторон, чтобы ты к нему гораздо сложнее было к нему подобраться. Две жизни. Уже одна. Сука. На кого работаю? На комбинат. Еврахим. Твою мать. Пиздец. Текать надо.
Так, окей. Ну вот с последней фазой я так и не понял, как от этих шариков поворачиваться. Давай так. Первый удар. Второй удар. И пиздец. Ха-ха, до конца-то чуть-чуть оставалось. Блин, а не попасть в эту утку, а? Пидорас. Так, сейчас сразу въебывать надо. Два суперудара на это. Раз, два. Блять. Ах. Не успел. Второй, да ёб твою медь. Долго дохнет. Я подохну, блядь, быстрее. Раз, два. Блять. Давай две жизни опять поебал. Естественно, блядь, он в меня попадет. Я на другое не рассчитывал уже. Ну и последняя жизнь осталась. Херово. Ай, блядь. Ах, не успел. Чудом на утку наткнулся. Улетел. Блять, звучит шарик. Ну давай, дохни быстрее. Ну дохни, наконец-то.
Так, три жизни у меня. Ну, запрыгивай. Чудом от шариков вообще получается, блять, увернуться. Заебись, наконец-то. Аллилуйя. Какая же это, блядь, сложная гнида была, охуеть. Ну, естественно, ранг B минус. Я на лучшее не рассчитывал. Я даже вообще, в принципе, не рассчитывал эту гниду пройти. Клоун ебучий. Сколько, интересно, я на него жизни слил. Короче, когда последний, перед его прохождением я смотрел, у меня было 140 смертей. 295. 155 смертей я въебал только на него. Гнида, блядь. Так. Ярмарочная лихорадка. Ну давай попробуем. Угу. Первый пошел. Второй. Третий. Сейчас все царики соберем нахуй. Ну естественно. Лихо. Так, а я могу вообще убить его как-нибудь? Или они просто взрываются? Давай заново. Походу я не могу их завалить. Все равно попадает. Пиздец. Что-то даже шариками уже сложно. Как весело подыхать. А где это залопа? Ага, иди сюда. Шарик лопается, точнее, клоун дохнет, шарик не умирает. А тут? Угу. Понял. Тут просто надо запрыгивать. Ага. Вот оно что. Вот оно что, Михалыч. Надо этих мудаков, короче, расстреливать. А вот шариками непонятно. Просто в каждый въебываюсь. У них шарики вместо красных синим стали. Я не смог прыгнуть. Here we go.
угрюмного, угрюмого спичника. Кто такой спичник угрюмый? Что-то правда пока непонятно, как от этих шариков нормально уклоняться. Ту, я случайно нажал. А, дракон. По-моему, слушай, я смотрел, когда прохождение дракона, нужно оружие покупать на него. Определенное, которое, типа, нажимаешь вперед, а оно стреляет назад. С другим оружием просто... Ну, наводящим еще можно его вроде как заебашить, но... Блять, все равно достало, а? Ёбаные шарики, блядь. Так, иди сюда. Сейчас чудо вообще уворачивался. Стрелять. Окей, попробую. Так, пока непонятно, как здесь быть. По крайней мере, надо не подыхать, да? Блять. Половинку прошел. Охереть. Так, не стрелять. Окей. По-моему, не въебываться в первую очередь. Надо в них как-то научиться. Да, насчет розового я понимаю, то что его парировать, блять, можно. Так. Блядство. Ну, давайте. Иди сюда. Бляха. Короче, шариками, походу, надо немножко не торопиться, а чуть-чуть поаккуратнее проходить. Ну, типа того. Давай, иди сюда. Угу. Так, с этим понятно. Ай-яй-яй. Блять, ну чё сразу, я то въёбываю и въёбываю просто.
придумают же хуйню. Так, ну, вроде получше шариками получается. Ай-яй-яй. Так, вот здесь бы разобраться как. Как быть? Угу. Блять, ему нет кого-то собрать. Жадность фраера разгубила, да, походу? Так, а в них стрелять надо? Походу, да. Блять, заодно, ой. Тун-т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 ун. Да, где? Короче, только дотрагиваешься до батута, он тебя тут же подкидывает. Идут, естественно, не туда, куда тебе надо. Блять, не вовремя парировал. А, точнее, не вовремя уклонение нажал. Короче. Сука. Да чё он не спарировал? Вот так. Блядца. Давай, где шарик? Ай, блядь, сука. Понятно. Сейчас опять въебу. Так, ну ладно, с шариками понятно. Пошел нахуй батут.
пока не получается вот с этими мишенями пройти. Ну, я не знал, как тут уже попасть. Ай, блядь. Окей. Так. Успеть бы взять. Угу. Блядь, ну все равно достала. Ну-ка пошел нахуй, мудила. А, ты падла, блядь. Я думал, он меня типа не засек, и я его хотел по Шурику ебануть. Но нет. Игра такого не прощает. Некс, привет. Так, здесь я их не достану, да? Ну, давай. Угу, окей. Ай-яй-яй-яй, блядь, я не успел. Ну что ж такое-то? Блять, ну нет, тут не вариант. Next, как дела? Ну, проходим, проходим, мучаемся, умираем. Скоро, правда, уже придется закругляться, потому что надо на работу собираться. Сейчас еще, может, минут 15-20. Так, 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 ага. Сука! Ну, ладно, я хотя бы понял, как он стреляет. Конечно же, он стреляет все время в меня. Давай, казана. Надо не просирать жизнь. Давай. Угу. Блять, как он не вовремя бежит, а? Что-то прям беда какая-то с этими шариками. Да, блять. Не одно, так другое. Ну идите вы нахуй. Или увернулся. Бля. За деревьев очень плохо видно. Так, так, так. Угу. Блять.
Окей. Ну, давай. Угу. Давай, я дохну быстрее. Так, дальше что тут? Сейчас, по-моему, какая-то херня будет, да, с горчицей, что-то такое. Как-то залупу перепрыгнуть вообще. Или он просто не умирает? Не, походу, умирает. Только очень не сразу. Хот-дог. Значит, по-моему, его можно перепрыгнуть, да, если не ошибаюсь. Ать, ебал. Сука. А чуть-чуть совсем осталось-то. Я попробую... Извиняюсь. Я попробую его перепрыгнуть. Нахер мне лишние разборки. Как Марио было дело. Херак и перепрыгиваешь этого дракона. Да, блять, прям передо мной летят эта хуйня. Сука. Понятно. Да ё, блять. А, чудо вообще. Ай, блядь. Вот какого хуя, прямо вот пиздец, как не вовремя они попадают в мишень. Пидорасы. Вот, сука, все равно у меня летит, а? Как так, я хуй знает.
Как очищение? Подыхаем? Подыхаем, блядь. Вот, вот так вот берем и дохнем. Не, игра прикольная. Игра прикольная, но ебанически сложная. Вот, стрим идет 3 часа. 2 часа я из них убил на клоуна. Даже, наверное, 2,5. Ну, надо думать, 150 смертей, блядь. Сука. Но все равно я заебашил эту падлу. Теперь дрочим run and gun. До мулиметра. Ёбаный батут, блядь. Да, сука. Я уже на шариках париться начинаю. Блять, ну естественно, она выстрелит прямо передо мной. Чтобы я летел уже на пустую платформу. Ай, блядь, ну, пожадничал. Но мне пиздец, как монетки, конечно, нужны. Типа купить оружие для босса дракона. Так, по идее, вот отсюда. Ой. О, блядь. Разницы никакой, да, короче, как его стрелять. Сука. По-моему, дракона же надо мочить, чтобы этот, как у тебя оружие назад стреляло. Ну, в смысле, ты смотришь вперед, а стреляет оно у тебя назад. По-моему, таким надо его ебашить. Потому что там постоянно надо вот прыгать по облакам, а он идет за тобой. Блять. Охуеть, последняя жизнь. Thank you.
Блять. С этими плевками надо крайне аккуратно тоже. Ну. Сука. Падла, все равно не попал. Сука. Блять. Последний раз, короче, попробуем. То что-то я уже охуеваю. Из меня клоун все соки повысосал. Блять. Ай-яй-яй-яй-яй. Да сука. Ладно, этот раз мы не считаем. По идее же, вот между этими перегородками можно... А нет, наверное, вряд ли. Я думал, то, что между этими перегородками можно пролетать, но, по-моему, не всегда. Между какими-то больше промежуток идет. Сука. Да, блядь. Все равно достала, ублюдок. Так, тут надо охуеть как аккуратно, блядь.
Ёбаный ты в рот, ну какого хера он упал? Это жопа. Ладно, ребят, будем закругляться. Все, у меня уже глаза охуевают. Я уже подзаебался. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем еще раз спасибо. Пока.